человек теряет работу, семью, деградирует и так далее. О том, как зависимости разрушают жизни людей, обучающимся старших классов лицея номер 7, рассказал медицинский психолог Георгий Петров, много лет работающий в Щелковском наркологическом диспансере. Георгий Сергеевич – один из лучших специалистов Московской области в психологии зависимости человека. В рамках профилактической беседы на тему формирования зависимости в подростковом возрасте опытный специалист рассказал школьникам, что процесс протекания любой зависимости и ее разрушающее влияние на мозговые структуры одинаковы, будь то зависимость от вейпов, игр, адреналина или психотропных средств, принцип формирования пагубной привычки один и результат тоже. Зависимость разрушает жизнь человека во всех сферах – биологической, психологической и социальной. Беседа оказалась разносторонней с приведением живых примеров. Каждый слушатель в зале пришел к выводу, что зависимость любого рода нужно обходить стороной, чтобы не угодить в ее капкан. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.